Участники – 4 региона. Республика Адыгея, Астраханская, Ростовская области и Краснодарский край. Более 200 спортсменов. Отбор для участия в чемпионате России в Москве. Уровень подготовки очень высокий. Собрались чемпионы России, Европы и мира. Победит действительно сильнейший, и в этом все заинтересованы, потому что он поедет и будет представлять нашу зону на чемпионате. И, соответственно, мы надеемся, что будет победителем. Несмотря на то, что участники чемпионата дети, заметно, что именно спорт делает их по-настоящему целеустремленными. Здесь очень хорошие бои. Здесь хорошие соперники, хорошие, все хорошее. Там сильные, очень сильные. Вот я буду драться тоже с мальчиком из Краснодарского края. Я еще, конечно, его не видел, но я уже готов. Традиционно у напчан сильная команда, и мы желаем ей удачи.